Каждый из нас о чем-то мечтает. Тем более в таком мире, где возможно все. Мы фактически живем среди чудес. Мы летаем к звездам, расщепляем атом, роботы выносят за нас мусор. Именно этого я и желаю для вас и ваших семей. Вы все имеете право на это. Вы еще не единожды скажете: «Ого, как же мне нравится жить на Луне». Не забывайте, мы не просто продаем, мы меняем жизни. Поздравляю, ты обрел дом среди звезд. Я подумала над тем, что ты говорил, Эд. Луна — это неплохой вариант. А как там с пришельцами? Ну, их не существует. Что происходит? Мы что-то сделали не так? Да скажу я ему, за кого ты меня принимаешь? Я прекрасно знаю, кто ты, Джек. Если ты чему его и научишь, то лишь недостойному. Все ведут себя как раздолбай, а нам нельзя? Что? Музыка должна играть. Дураки могут мечтать о светлом будущем. Всю свою жизнь перечеркнула. Мне нужна правда. Джек, чем мы торгуем? Я не могу исправить ситуацию. Мы найдем выход. Ты и я. Есть кое-что, что тебе следует знать о Джеке. Ваше светлое завтра начнется не с посадки на Луну, а уже сегодня.